Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня кушаем яичницу с помидорами. Безумно вкусно. Сегодня у нашей мамы день рождения. Мамочка, мы тебя очень сильно любим. Очень-очень. Мама научила меня готовить яичницу с помидорами. Во всех ресторанах, там, где мы ели когда-либо, я пробовал яичницу с помидорами. Вообще мусор. Я им говорил, как мне надо готовить яичницу с помидорами. Эрик заставляет нас одинаковые кепки одеть. Ну-ка, давай покажем все. Это бред вообще. Да ладно, прикольно, зря Серьезно? Ты. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, нормально ему в кепке? Ну что, вот ты уши специально вот так сделал? Олег, уши сделай нормально. Как нормально? Нормально сделай. Как нормально? Вот они у меня такие. Нормально тебе в кепке, не говори. Да что нормально, ты посмотри. Нормально. Не, говно. Не надо. Мы приехали в Спортпоинт. Здесь очень хорошая площадка для ребенка. Мы думаем, чтобы он там побегал, полазил в удовольствие. Стоит это удовольствие 50 бат. Мы прошли сюда, заплатили. Да, пойдем, мне интересно, что тут. Ничего интересного, идем. Кто это у нас тут лазит? Так. Если помните, здесь проходила новогодняя елка у Эрика. Вообще место классное. Здесь можно посидеть в кафешке родителям, а ребенок спокойно полазит и будет заниматься своими делами. Хорошо. Кстати, Олег где-то здесь увидел объявление, что сдается эта кафешка в аренду. 30 тысяч бат. А я не помню, сколько квадратных метров. Вот Олег сказал, а я что-то забыла. В общем, вот, это место можно так снять. 30 тысяч бат. А, да. Дед Мороз не пришел? Все, Дед Мороз уже улетел. Улетел Дед Мороз. Но ты сказал Деду Морозу спасибо за сегодняшний подарок? Да. Елка нет. Нету елки. Да, подарка нет. Нет подарка, все. Улетел Дед Мороз. Так, здесь шкафчики. И здесь тоже. Эрик все-таки затащил Олега туда. Нет, не пойдешь? Походу придется. Давай, давай, давай. Давай, на старт. Внимание. Давай, давай, Эрик, катайся. Так он уже зашел. Это уже рекорд. Эрик, садись на качели. Качи. А качи? Олег, он готов. Нет, на мере перепишу. Ага. Нет, ты держись. За эти штучки держись, садись. И вот здесь держись. Вот здесь, за эти штучки. Вот так. За веревочку. Да, туда? Нет, за веревочку держись. Я не буду тебя катать сам потом. Ты неправильно держишь. Неправильно. Садись. Я не буду тебя качать. Сядь. Вот так держись. И так, и вот так. И ножками раскачивайся. Сам. Молодец. Давай, давай, вот. Вот так вот сделал. Вот так вот сделал. Ножки. И ножки поднял. Понял? Назад пусть раскачивается, а не вперед. Он вперед раскачивается, а надо назад. А так надо назад, назад надо. Все.
Мы приехали в центр. Тупком. Заходим вниз с центрального входа. Нам очень нужно магазин. Наш любимый магазин. Смотри, куда мы приехали. Так, мистер DIY находится на 4-м этаже Тукома. Здравствуй, магазинчик любимый. Пойдем сразу до конца и налево, потому что попытаемся обойти кое-что. Посмотрите на эту... Давай, полку так вот в ванну повесить. Прикольно. 330 бат? Угу. Вот это мой рай. Вот это мой рай. А, нам нужна такая штука, чтобы... Ну да. Да? Да. Вообще прям темно. Пока тут Олег на кассе. А, куда же подойти? Даже не знаю. 129, 185, 155. Короче, здесь вот этот отдел для машин и так далее. Здесь есть все для выпечки, для кухни, хозтовары, всякая билиберда, там, игрушки для детей. Вот это там для ремонта, еще для чего-то. Перчатки те же самые. Вот зонты стоят по 100 бат. Прикольно. Вот только куда такой? 135 такой зонт. Подставка для помад 43 бата. О, такая 47. Чего не купим? Хорошо. Не купим. Посмотрим просто. Не купим. 47 бат. Крутое. Вот принято дарить бабки. Вот они бесплатно раздают такую фигню, короче, для денег. А, вот что, господи. Добился от них? Ага. Эрик, давай на место положим, мы это не покупаем. Мы этим полюбовались. А, еще вот такая есть, смотрите, 299 бат. Прикольно. Блин, ну сколько она места на столе занимает. А Эрику купили автобус. Кстати, он наверняка стоил опять 200 бат, да? Нет? 69 бат. Ну хорошо. Просто у Мартина крутой автобус из этого магазина. Но он стоит 400 бат, да? И место занимает нереально много. Ух ты! Вот эта машина. Вот. Такие машинки сейчас будем искать. Мы купили в этом магазине много чего полезного для занятий с Эриком. Это нам. Слушай, прикольно. Они что, на зубочистку, что ли? Нет, не на деревяшке. Ну, прикольно, не пластмасса, короче. Прикольно. Это наклейки для занятий. Их тут огромное количество. Мне хватит надолго. Хочешь? Да. Такую еще папку Алекс захватил, но лишним не будет. Это папка, чтобы хранить вот как раз все то, чем мы будем заниматься. Здесь у нас уже заготовки и все самое готовое. Вот заготовки. Резиночки. Так, что у нас тут есть? Мороженое купили? Мороженое? Ага, купим. Так, это нужно рисовать и обводить. Здесь нужно грибочки приклеивать к корзину. Это резинки одевать на пальцы. Сюда надо ставить крышечки. Это нужно обводить. Это дерево надо доклеить. Ёжику грибочки надо вырезать. Где-то они у меня вот тут. Ну, в общем, суть ясна. Будет это все вот тут вот так лежать. Отдельно, чтобы не было проблем, когда занимаешься, сразу резко вытащил и все. А то у меня это все куча лежит. Много-много белой бумаги, и она очень крутая. Прям для художников. То есть она очень плотная, практически как картон. В общем, Катя, привет. Я же теперь бумаги разбираюсь благодаря тебе. Еще наклейки. А это в Москву поедет. Ластик сразу с точилкой. Очень крутой ластик. Маркеры. 3. Мне еще черный очень нужен был, но синий и красный тоже не помешает. Клей такой. Ножницы такие.
Ножниц у Эрика еще не было никогда, но вот ему 3,5, еще самое оно пошло. Это что такое? Не знаю, будем разбираться. Откроем это? Давай откроем. Клей ПВА. Вот такой клей практически карандашиком. Карандаш. Так, тебе открываем. Дальше соединять задание вот под одну скрепку, потому что периодически нужно одно и то же повторять, чтобы я это все не теряла, что уже пройдено. Ух ты, и что это за бред? Чушня, ну ладно, будем что-нибудь прятать туда. Так, это чтобы картошку чистить, нам новую уже нужна, наша износилась. А это специальный чемоданчик, чтобы класть вырезанные там всякие звездочки, квадраты, кружочки в отдельные ячейки, чтобы ребенок нормально мог их доставать. Это все? Нет, это не все, что-то там тяжело лежит. А, жидкость для снятия лака мне срочно нужна.